Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, и Тучка, Робби, Гусанёк, Форум, Плеймаркет, Фуфло какой-то, Конёк, пацаны, поздоровайтесь. Салам, привет. Всем здорово, йоу. Ребята, кто помнит эту карту? Она очень крутая, здесь едет поезд, и едут встречные поезды, еще и параллельно с нами. Будем паркурить и выживать от Абунг. Если тебе кушайте, приятного аппетита. Для начала, пацаны, ставлю двух штук. Пуньк. Посмотрим, два штуки, это сильно жестко или нет? Это вообще мне другой пак NPC, совсем другой. Ой. Беги! Ай, убил, ну и Тучка, даже тебе сказал бежать, а ты не бежал. Ну потому что ты поздно говоришь. Я поздно? А, еще я виноват, хорошо. Вот он. Как он через стену убил? Так, Серега, будь внимателен, когда он идет с какой-то стороны прижиматься, короче, противоположной. Вот они, видишь? Да, да. Так, с правой стороны они. Это всего два штуки. А уже такое миссия. Ну, я сейчас поставлю штук 10, и это будет прям агрессивно. Мочилова прям жесткая. Ну да. Сережа! Блин, это резко было, кстати. Через дверь прошел. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте на наш Дискорд. Давайте в Дискорде добьем до 50 тысяч участников. Осталось там 100 или 200. Гусанёк, ты не хочешь упасть? Не, я наблюдаю за Бунгами. Блин, ой, стой, Плеймаркет, извини. Я, короче, пацаны, а где они? Вот он! Тихо, вот. Посередине держись. Вот. Все отлично. И Тучка, мы с тобой здесь выживем. Надеюсь, да. Вот он, смотри, он прямо за нас. Ой. А, это ты открываешь. Блин, а не зря ты дверь открыл? Это не открываю, это ах, кто это делает? Я вообще ничего не делаю, ты что, гонишь? У вас там дверь открывается? Смотри, я даже отвернусь. Это там птица сидит какая-то на крыше, дверь открывает. Эй, слышь ты! Он подлец, этакий. Это я была я. Вот он! Ё-моё, пришел к нам! Какой-то вообще неадекватный. Фу. Так, пошли на хвост поезда. Ой, там, вон там. Ой-ой-ой, быстрей. Абунг, за что ты меня убил? Беги, Дима, беги. Блин, это всего два штуки, сейчас буду добавлять, ребята. Когда Серега умрет, придется добавить. Я хочу. Блин. А он на краю сидит поезда. Да? Крыса. Да. Так. Вижу Абунгу. Вижу. Быстрее, бегите. Есть, отлично. Куда? И Тучка, беги, он под нами. И Тучка, бегите, вот, пацаны. Под нами? Он под нами. А не бей. Саня, ты надо мной. Вот еще один Абунга. Серега. Серега, а что ты не умираешь? А я сижу, смотрю, как вы умираете. А, ну... Сережа, ну ты же был хорошим человеком. А ну что там не мешаются люди? О, Гусанёк сидит. Ой, он тут. Пацаны, я добавил еще немножко. Для антуража. Ой. Они в вагонах. Все, это прям сильно будет, пацаны. Так, бегите. Ай, я между вагонами застрял, блин. Так. Заходим в кабину. Где они? Где? Они там где-то сзади. Гусанёк, я хочу к тебе. Как к тебе попасть? Он шит. Пацаны, они бегут к вам. Как подняться? О, я залез. Блин, ну... А, можно с поручня? Заходи, сейчас с поручня и сюда. Блин, не могу. А, может, на дверь надо запаркурить как-то? Хорош, хороших поезд откинул Дима. Имбасса. Блин. Гусанёк, как паркурить? Как мне с второго слезть? Я увидел, через ручку. Гусанёк, я не упаду? Ничего ты не знал, все. Да я знал, я просто проверял, знаешь ли, они идут к нам, пацаны. Они приближаются. Гусанёк, прощай, ты был хорошим человеком. Ну, уголок. Так, я хочу на другой поезд перепрыгнуть, где он? А, он только обогнал нас, ждем, сейчас еще будет один поезд. Пацаны, готовьтесь, будем паркурить. Да, готово. Не боитесь перепрыгивать? Нет. Сейчас посмотрим. Серега, беги, Сережечка, беги. Да ёма, Плеймаркет. А, блин, это было близко. А как он меня убил, а вас нет? Ну, не знаю. Так, он сзади, а не сбоку. Ой, Саня, нет, тихо, Саня, нет. Тихо. Нет. Отлично. Так, как... он не ко мне идет. А, он упал, лох, все. Так, с той стороны. Ой. Ай, подача. Очень опасно. Серега, что-то я не слышу, где ты? Я тише воды, ниже травы. Ты опять зашкирился? Я сижу на краю вагона одного. Нет! Ух ты, я вижу, как Тучка прилетел. Это означает, что они рядом. Ай-яй-яй, это где ты была, морда? Он что, управляет поездом? Ой. Не понял.
Так, я иду Серегу искать. Так, на краю иду поезда. Где это костлявое лицо сидит? А он вот он. Он вот он, видишь? Я, не точка! Ну, блин, ты не видишь, что я не иду? Это Серега сидит на краюочку. Вот, ну ты видел? Серега, ты везучий. Так, у меня будет больше времени для паркура. Блин! Ай, блин! Они атаковали меня со всех сторон. На самом деле, я немножко затупил, переживаю. Ай-яй-яй! Пацаны, а что нас убивает так много раз? Ты что на меня сел, гусь? Блин, там поезд! Слезь, я не могу встать! Он, блин, мешает. О, вот поезд, отлично. Ребята, Серега, бегу на новый поезд. Да ё-моё, ну мне не везет. Вот. Так. Хорош, я сейчас к тебе запрыгну. Нет, нет, Додик, ну что я делаю? У меня есть время. Я тоже залез. Тихо. Пацаны, ждите меня, ждите меня. Серега, ты прям... Серега, ну Серега. Я ударился там, Дима. Я тоже. У меня есть еще последний шанс есть. Всё, Серега запрыгнул. Серега, я с вами. Ну я не с вами, ну что, я не везуй. Да на самом деле я прикалываюсь, я могу с первого раза залезть. Ну давай. Время так, есть? Пробуй. Есть. Время пока есть. Смотри. Немножко. Ты, Серега, я прикалываюсь, на самом деле я могу залезть. Ой. Смотри. На втором. Нет. А он упал. Есть, есть. Я между поездами. Ой, вагонами, Дима, Серега. А тут Абунги рядом с тобой. А я жить буду. Офигенно, смотрите, как прикольно вот так сейчас вот ехать. Сейчас не будешь. Серега, скажи, что они далеко, пожалуйста. Они прям на табу, по табу. Да отойди, гусь. Ай, Серега. Ну блин, ты же предупредил меня, я понял. Санек. Пацаны, бегите, ну что вы стоите? Бегите, гусы. Ой, Санек. Оно тебя сожрет. Ой, тучка, готовься. Лови меня, пожалуйста. Давай. Ай! Хорош. Отлично. Я смог. 20 тысячного раза. Удержал тяжелого. Да. Серега, привет. Как тебе на этом поезде? Приседай иногда, то по затылку прилетит. Так. Вот он. Ой. Вот он. У Серега. А как ты выжил? А я вовремя перепрыгнул. А ну что это? Блин, ну это Серега их запрограммировал, чтобы они убивали только нас. Ой. Все, они все там. Я могу теперь с этой стороны бежать. Да блин, он здесь приближается на нас. Вот, Абунка. О, хорошо, что его сдвинул поезд. Кстати, и поезд играет большую роль. Он его Так не понял, что сейчас произошло. А он нас так убивает, фу, баня. Серега, привет, как дела? Привет, Амабунга. Не бойся его, Серега, это ручной. Мишка, залезай. Они уже устали. Все. О, давай, вари поезд, чтобы он быстрее ехал. Вот, Абунга, зря ты стоишь. Так, прощай. Ой. Блин, Серега! Красиво ты улетел. И за компанию с вами. Молодец. Так, давайте с этой стороны повыживаем чуть-чуть. Ё-моё, быстрее. Они прыгают. Ой, тебя убили? Ой, я понял, все. Дима, там Абунга. Блин. А чё они заполонили весь поезд, говно? Да ё-моё. Главное, что дальше не идут, это что, чисто меня убить, а? Да, хорошо, конечно. Я буду мстить. А с чем ты там? Я не могу ж ничем мстить, они бессмертные. Жопы такие. Серега. Да. Да. А где это? А вот. Я здесь. А мне кажется, я знаю, чем их убить. Дедушка, ты куда? Чем можно их убить? Не, я знаю, чем можно их убить. Ну, Серега, из-за твоих башмаков упал под поезд другой. Почему ты просто мертвым сидишь? Я? Хз. Суслик. А, суслик. А я вижу, кстати. Ага, о, гусанек, смотри, ты сейчас умрешь. Прощай, гусанек. Ага, все. Я знал, что ты... А что я тебе плохого сделал? Скажи, что? Вот сейчас тебе покажу. Прощай, Дима. Ах, за... Ты это было вообще подло с твоей стороны и неожиданно. От чего-чего от тебя я такого не ожидал. Соль на рану сыпи, да, Дима? И тучка. Да. Это целый челлендж, нам сейчас выжить здесь будет, понимаешь? Прощай, да. Они идут к нам. А это от меня подарок. Ах ты тварь.
Видите, что они делают? Ах, сколько кинули. Какой ты, блин, вообще? Все, я всем жизни уже сделал. Ну, я еще живой. Нет, я запомнил, ну ты что, ты застрял. Травишь? Ой, ой. Слышь, ты, жопа, иди сюда. Вот, а кто это сделал? Не знаю. Пацаны, я не буду говорить, что я очень плохой человек, вы меня заставляете так делать. Тихо, это что, месиво? Я не предлагал, это вы меня, это Серега меня первый убил. Это Фомин меня убил. Блин, я что сделал вот такого? Вот так, да, вы со мной? Серега, вот, ты заметил, что не я начал? Да. А мне что, получается терпеть это все? Блин! Да ё-мо, ты смотри, какой подлец. Дима, второй поезд. Там ты второй поезд. Ну, прыгай сюда. Дима, второй поезд. Офига. Ой, кто-то бомбы кидает. Ты что делаешь? Пацаны, осторожно, бомбы кидает кто-то. Ой, а кто это делает? Ой-ой-ой, все ближе и ближе. Да не надо, ну страшно же. Да не бойся, я так сто раз сделал. Ой, чё они на ходу ставлятся? Вас честно сбило. Ух ты! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ты что делаешь? Красиво? Страшно. Да. Некрасиво. А, некрасиво, да, говорите? Пиши ты причину. Ой. Ой-ой-ой. Красиво, да, поезд обстреливает? Да ну, без камера трясется. Я буду, короче, да. О, чуть-чуть мощнее будет, пацаны. Сейчас, подождите, я проверю, они нас не достанут. Ну не вари, блин, зачем ты тут? Прикольно. Ё-моё, ты что там делаешь? Убегаем. Такой Серега стоит вообще. Хорош, Серега, ты нормально себя чувствуешь? Все пойдет? Да. Будь внимателен, Серега, будь внимателен. Чайник там этот свистит. Ой. Хорошо, есть вот такая, это более слабее. Это обман, наверное. Обман зрения? Огненные. Ты чё? Это ж страшно. А тебе за бомбы? Они везде. Ого. Ё-моё, как трясёт у меня кабину. Согласен. Очень сильно трясёт. Будьте внимательны, взрывы будут ближе. Дима, ты псих. Я не псих. Я люблю делать эффектные кадры. Мы фильм снимаем, Серега. Вот же, они телепорти... Они что, телепортируются, жопа вы такие? Фу, такими быть. Там чайник сейчас взорвется. Дима, от своих же. Ай, смири. А что вы говорите, пацаны, слабо, да? Я лучше тут закрою с кабинки. Ё-моё. Что с камерой? Ай, достает. Серега. Да. Слабо? А зачем нас головой сбрасывать? Вот объясни мне, Серега. Это специально было сделано? Да. Серега, согласен, что ядерную бомбу лучше не взрывать? А лучше другую бомбу. Не, я не буду взрывать ядерку. Все, готовы? А вот... Да. А вот там видео, что бомбы... Так это не ядерка. Не будет. Это ядерка. Это гений, конечно. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Там всем отличного настроения. И всем пока. Всем пока.